Итак, вскрытие посылки СД. Собственно говоря, пульт. Сейчас попробуем подбросить пульт еще раз. Подключаем, включаем питание, подносим. Но он не реагирует вообще. Итак, проверяем на 100% рабочем пульте, подключая его. Движений, шевелений тоже никаких. Питание не показывает. Подкинем сейчас к тестовому блоку. Так, вот это вот тестовый блок, на котором я проверяю работоспособность. Включаем его. Подключаем пульт. У нас показывает, что питание есть на их пульте. Теперь нам нужно поднести магнит. Магнит также срабатывает на их пульте, значит, их пульт полностью рабочий.
все-таки у них проблема с приводом. Ну а для того, чтобы разобраться, почему же не работает их пульт, возможно, это просто лишь банально предохранитель, вернее, блок управления, почему их не работает, мы будем его разбирать и смотреть. Ну и, собственно говоря, раскрутили все болты. Будем пытаться вскрыть и посмотреть, что же там на самом деле. Наверное, не все вскрыли. Так. Походу, да, один болтик остался. Хотя нет. Так, вроде бы все. Болтики. Что же тут все-таки может одного болтика. Сейчас заглянем и все узнаем. Нет, здесь ничего нет. Что же тогда держит? Откидываем и ничего. Выключаем. Ну, как мы видим, платы здесь нормальные. Будем проверять по питанию сначала.
предохранитель на прозвонку. И предохранитель у нас не звонится почему-то. Или не звонится. Заменили предохранитель. Включаем. И подбрасываем. Родной его блок. Все. Дело было в предохранителе. Проверяем. Он запустился. Все работает. Ну, а теперь мы можем свободно собирать. Обратно. И отдавать клиенту. Обесточим. Ну, всем пока.